Олег в тильте, Андрей всю серию сам угорает. Я просто матюкаюсь, как долбоящер. Я взял чекпоинт. Да ну нахер, с первого раза. Мы должны сейчас вот так вот пригвоздиться. И вот так залететь. Вы чё? Кто-нибудь объяснит, что с Андреем не так? Он, у нас Андрей сломался. У нас Андрей, ёпта, сломался, пацаны. По стеночке еду, 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 еду. Да еб... А зачем ты выше-то поехал? Сука, прям перед чекпоинтом, падла. Сука. Всем здорова, дорогие друзья! С вами Варпач, следователь Болотов, Кофе и Энди Файт. И сегодня, пацаны, у нас будет настоящая попа-боль в GTA 5 онлайн. Да, здрасте, По их замечательным голосам приветствия можно понять, что у нас замечательный и сложный скилл-тест на BMX-ах, как вы любите. Вы знаете, что сложно банду созвать на скилл-тесты теперь в современном мире, так что пишите комментарии больше пота, пацаны. Ну, типа в современных реалиях. В современном мире? Сейчас все и все любят облегчать, пацаны. А до этого мы в все любят облегчать, понимаете? И скилл-тесты сейчас, как бы, они выходят на нее. В современном мире, да. А как пройти, Серега? Эй, что это за эффект? Я вспоминаю, как машинки проезжают. Так передом машинки проезжают. Ну иди поговори. Бля, пацаны, ну за что? Подожди, надо сильно наклонить, что ли, в BMX? Ладно, давай попробуем. Мы играем немножечко с кучечкой подписчиков, потому что сейчас время позднее. Серег. А. Наклонить вперед, назад. Вперед, 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 вперед. Но он слишком маленький диапазон берет. На машине, чтобы вы понимали, такой элемент проходится. Ты наклоняешь машину просто в какой-нибудь. О! А, я, кстати, не сказал, что это машина. Я прошел, я взял. Пацаны, ёпта. Да я, ну вы чё? Ой, подожди. Сейчас надо вспомнить, как проходить боковые спиральки. Ёп твою за ногу. Так, погоди. Погоди, я не помню. Надо... Ёпта, я почти, да, там через пробел, по-моему, наклоняется, да? Да, через пробел, по-моему, надо именно по траектории наклонить персонажа. Бля, лучше бы ты не заходил на ту игру, блядь. Андрюха, бери меня нахер, твою пошли за ногу. Я уверен, что кто-нибудь не доживет до конца, потому что это нормально. Нормально не доживать в таких скилл-тестах. Там Далек найти не может еще. Ой, пацаны там еще пробуют, да пробуют, рот, но скоро рот, получится, рот, скоро получится. А, я смотрю, Олег летит, смотри, Олег летит. Нам пытаются гладить. Это не я, а кто это? Да, это он гладит, я видел. Да, это он, да, я видел. А, Рефиор, ёпта, Рефиор. Ну вот почему не долетать? Да ебись ты в очко, блядь, ну что за... А, вот оно, пацаны, вот оно то самое, бомбёжечка. Да, 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 да. Вырубайте, вырубайте. Подожди, не могу. Сам про это говоришь, а народ нельзя? Подожди, как наклонить велосипед? Как Серега, как наклонить велосипед? Ты побольше в этой части, как бы, по наклону. Помещаешь центр тяжести на руле, сидим 2 часа. Подожди, надо как-то... А, погоди, это нужно его поднять на дыбы, как-то наклонить. Вот! Давай, ну сука! Во-во-во, все, я понял, как проходить. Все, сейчас. Чуть-чуть еще практики. Чуть-чуть практики. Я сейчас доеду, Андрей, блядь. Реально, Андрей выпендривается. Все, один чекпоинт подобрал. Андрей, да, ты вот понимаешь, что ты другие не пройдешь просто? Да ладно, хотя бы смотри, я смотрю, как Олег не может пройти, блядь, и мне уже доставляет это удовольствие. Человек, который играет 7 лет в GTA 5, блядь, не может пройти какую-то хуйню, блядь. Я 7 лет все эти, кто ли, на BMX-е. А я стою над ним, смотрю, угораю просто. Я BMX никогда не любил. Олег, я BMX сейчас сам первый раз. BMX это одно из самых сложных, на самом деле, вместе с мотоциклами. Потому что там такие элементы строишь, что просто разорви себе голову. Еще одну попытку, охуенно, Олег, круто. Да бля, не ту кнопку нажал. А почему у меня не прилипает? Тури, не прилипает. Так больше, а то реально соседи придут, тебя выебут за такую хуйню. У меня есть звукоизоляция, не пожалел денег.
Блин. В этом можно во всю глотку орать, да? Мне похуй вообще. Андрей, у тебя нет соседей? Есть. И чё? Чё тебе говорят? Говорят, завали свои ебало. Ты заваливаешь? О, я поехал. Да. Мне кажется, сейчас все пройдут, кроме Олега. Олег, ну это было рядом. Он реально замотался, кстати. Олег! А как боковая, как что? А как эту хрень пройти-то? Вот надо пригвоздиться, Толь. Я вообще, вообще не буду. О, пригвоздился! Еду! Давай, еду. Только не упади. Не падаю, не падаю. У меня так он странно стены, едет. Там дальше по стеночке. Он так странно едет. По стеночке? О, умер! Ёб твою мать! Да, бляха, ты сраная муха! Ну я хотя бы раз пригвоздился, сейчас второй... Я, если что, пересмотрю, как я это сделал, и сделаю еще раз. Все, пошли, Олег не может. Второй... Нет, нет, не пригвоздил. Вот почти, почти он прям почти присосался. Вот писечку. Алло, чё? Олег, ты один остался. Олег, мы хотели сказать, что один остался, у тебя ничего не получается. Олег. Олег, как тебе от осознания того, что у тебя ничего не выходит, у всех получилось? Такая язва просто. Олег. Безумно важно быть первым. Он замутался, Олег. Не, он не замутался. Он тебя прекрасно, внимательно слушает. Олег, я знаю, как это пройти. У меня есть отработанная методика. О, 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 Олег, ну... О, о, о. По стеночке еду. Да ебать! А зачем ты выше-то поехал? Сука, прям перед чекпоинтом, падла, блять, сука, чопик воткнуть в жопу, ты пи***ь, гандон, блять. Как долбоёб матери. Просто рандомные слова кидаешь. Я без агрессии, Андрей, я просто выражаю свои эмоции, которые ощущаю. О, второй раз пригвоздился. Тихо. Вот сейчас все точно прохожу. Вот сейчас все прохожу. У меня просто персонаж ведется как дурак. Позовите кто-нибудь Олега. Все, прошел. Все. Ура, ёма народ. Да блять. Да Толя, позови Олега. А что дальше? А что дальше? Вот этот крик Андрея, это что-то просто. Олег игнорирует, он обиделся. А как дальше проходить, я не понимаю, подожди. Что это за элемент дурацкий? Олег, да, я тебя люблю. Олег, он говорит, что любит тебя. Он нет, Андрей. Он извиняется на коленях и нежно поцеловывает твою... Что Олег сказал? Все, надо было раньше. А надо было раньше, да. Пацаны, этот элемент... Этот элемент, это жесть. Это жесть. Нет, это просто, это... Это какая-то жесть. Типа, мы должны сейчас вот так вот пригвоздиться. И вот так залететь. Вы чё? А если у меня получится, это точно однозначно лайки просто со всех аккаунтов. Я не знаю просто. Это нужно как-то забаговаться. Ёб твою суды. Это как вообще? Я уже 30-ю попытку извращил на эту хуйню. Нихуя не получается. Мы должны... Это же... Мы должны туда наверх залететь. Нет, это вообще... Это, у меня слов нету. Это, я такое никогда не проходил. А как это? А как это? Я такое никогда не проходил. Типа, это прям... Это ненормальная херня. Вот Редлик высоко летит, вижу. Толян, я в дырке застрял. А как это? Толь, влево или вправо дергаешься? Дергаюсь. А, уже поздно. А, Толя, ты уже здесь? Так, пацаны. Я тебя люблю. Эть. Я прилетел и взял чекпоинт. Чё? Ты взял? Как я это сделал вообще, да? Охренеть. Да ты поставь подрубай. Ёбанару.
Блять, я заебался, не могу, блять, мне бесит нахуй. Это топ, ребята, это однозначно, это жесть какая. Нет, это лучше, отвечаю, это лучший скилл-тест в этом году просто. Когда случайно конечно, получилось, конечно. Блядь, все сразу. Не-не-не, вот рефилор, не-не-не, без рофлов, без рофлов, это очень круто, это очень круто сделано. Это очень круто сделано, я не знаю, каким багом они это добились вообще, но типа как это проходит. Ты просто заезжаешь и все, просто новый элемент. А как дальше-то пролететь? Что дальше делать? Как пролететь сквозь это говно? О, Серега, здравствуйте. Ты что тут делаешь, нахуй? Каким хуже такой? Здесь только я могу быть самый охуенный скилл-тестер, блядь. Там надо как-то под... А, подожди, там... Там то же самое, да-да-да. Так, подожди, там же глайд идет. А, нет, там не идет глайд. С этого элемента... Тут специально этот элемент стоит, чтобы глайда не было. Я по... Сука, насколько они умные. Ребят, кто не понимает, типа, с каскадерских предметов, вот таких вот разноцветных, глайдить можно. А вот с таких вот старых он не глайдит. И они прям догадались сделать. Заебало нахуй. Андрей, там бомбежка, сука, прет просто только так. Они либо там получается багом, да, залехать. А каким багом тебе там залехать? Ну за что ты там залетал, залетел, подлетел высоко. Ну вот у меня получилось, я дважды прыгал. Ой, ебать, подлетел, бля, ну недостаточно высоко, блядь, заебало. О, да. О, я взял чекпоинт. О, я тоже взял. Еще смеется, блядь, сидит. О, пацаны, ну самые скилловые проходят, как бы. А ты-то как прошел? Я не знаю, тут. А Олег-то как проходит? О, давай, давай, давай. Ох, охренеть, подожди, с первого раза получится. С первого раза получится, нет? Нет, я на последний упал. Прям на... Так. С помощью болт? Так. Да не прошел, Андрей, успокойся. Я ровно за тобой падаю. О, пацаны, я взял и следующий чекпоинт. Ой, вообще топ. Просто иди в жопу, Кирилл. Но, пацаны, скилловый парень сразу видно. Азиатские дырочки. Азиатские дырочки. Так, нахуй, Андрей, я беру гвоздь, уезжаю, блин. Ты можешь пойти нахуй, а можешь пойти решать тебе. О, пригвоздился. Тихо, тихо, еду. А подожди, Серега, Серега, а там перекладочка, там тоже надо пригвоздить? Да, выше, выше надо подниматься. Чё? Ебись, как уж. Серега, ты материться было, я вот, понимаешь, я со своей скромностью ебучей, блядь, можно было пойти снять памел-пати. Это заняло бы 30 минут. Нет, блядь. Ёб твою мать. Нет, это все, это до свидания, я не пройду это. Ни за что. Я это не пройду. Серега, я это не... Да я не пройду это. Да это невозможно. О, все, я начинаю это нормально присоединяться к этой спиральке. Кирилл, догадайся, на каком я чекпоинте уже? На машине? На хуе, блядь, на бутылке. На туре. Вот, мужик матерится. Андрей, у тебя там в этом матометр стоит. У Толи, блядь, одни темы про хуи, про жопы, про бутылки. Ты забыл про бывших еще. Да ну нахуй! Я ливаю. Да нет! Я прошел. Я не верю. Я не верю. Я не верю. Я следующий чекпоинт взял. Я не верю. А я на финише. Я не верю. Нет, такого не может быть. Сереж, я, конечно, с тобой дружу, но просто ебись в очко, ладно? Это невероятно. Про очко, блин. Это невероятно. Это невероятно. Это невозможно. Нет. Как я только что прошел... Чтоб вы понимали, чтобы вы понимали, со спирали на вторую спираль я пролетел. Как я это сделал, я без понятия. Читы. Проститутки, бутылки, проститутки, члены, жопы, нормально. Охуенная тема. Наконец-то контент пошел, блядь. Пацаны, ну я уже все, скилл-тест, считайте, прошел. Думаешь? Да. А ты помнишь, как на машине ездить? Нет, ты чё? Газ на W, наверное, да? Назад на. Нет, газ правой ногой, тормоз левый, Кирилл. Как его вообще права выделили? Блин, было бы классно, если бы педали появлялись. Сколько чекпоинтов? Сколько чекпоинтов? Ебать, тебя не должно быть. Я осталось. Еблан. Не твоего ума дело, ёпта. Так, все, я взял следующий. Подожди, не взял еще. Во, ща машина будет, ща машина. Ёпта, все, машина в действии, бля. Все, машина здесь. Машина едет. Машина все практикует. Во. А нормально, что у меня циклон? А, это не циклон. Подожди, а куда?
Вы чё, ё... Бля, а как здесь пройти вообще? Подожди, тут... Подожди. Толя там изучает, как нам это пройти вообще? Подожди, а как это проходит? Как на машине? Вот сейчас. А, все, все, как прошел, да? Я прошел. Я думал, просто до конца надо долететь, я бы не долетел. Давай, не пройдешь за 10 минут. Ну еб твою мать. Подожди, я с первого раза пройду сейчас. Не-не-не, вот все машины. Я перелетел. Подожди. Не, это прикольно. Это как триатлон какой-то, да? Это триатлон? На производстве уважали, нахуй, это какой-то хуй. Серега, это триатлон. Верно, завод, хуя ваши видосики, блядь, скилл-тесты. Азиатский триатлон. Я сразу понял, когда понял, что они тут меняются машины. Да ты чё там орёшь, сука? Со мной так ни один хуесос не разговаривал, блядь. Андрей там псих-одиночка, мне кажется, просто. Он сам с собой угорает, понимаешь? Ему вообще никто не нужен. Он сам с собой сидит, смеется. Сука, Джокер нашего поколения просто. И угорать начинает. Чё, блядь, за... Ой, Андрей, ты адекватный вообще, нет? Кто-нибудь объяснит, что с Андреем не так? Он, у нас Андрей сломался. У нас Андрей, ёпта, сломался, пацаны. Ой, блядь. Он, наверное, смотрит, как Олег прыгает, блядь. Тогда это смешно, наверное, да. Так подожди, Андрей, чё ты смеешься? Просто смотри, я тебе скажу, Олег, одну не... А тебе сказал Олег? Да! Я ненавижу в голове, я люблю его. Твоя любовь такая сильная, что ты психоз словил? Все, иди нахуй. О, я долетел. Андрей, можешь поматериться еще? Все, я взял чекпоинт. Андрей, пошли меня еще раз, чтобы я следующий взял. Нет. Я культурный человек. Как уместь ты культурный-то, ёпта. Мне кажется, культурный — это прям аноним тебя. Слышь, антоним, блять, когда там уже пройдет? Антоним, я уже почти прошел. Эй, а чё? Чё? Чё это такое? А как? Подожди, чё за бред? А, подожди, там просто стартовать можно, что? Серьезно? Настолько легко? Погоди. Серьезно? Путь, видимо, да? Что за лайфхак? Ну это... Ой, блядь, дурачка вызывали. С головой все нормально. Андрей, закрой свой хавальник. Ну что за херня? Все, поплыл. Все, все, до свидания. Я все, типа, говорю... Молодой человек, а зеркало... Малик, привет. Дурку вызывал. Олег в тильте, Андрей всю серию сам угорает. Я просто матюкаюсь, как долбоящер. Толя, я не знаю. Толя, ты что делаешь? Я прохожу, да. Все, я говорю, это называется банда YouTube в скилл-тесте. Просто. Я не долетаю, ёп твою за руку. Тут просто нужно развернуть машину и просто поехать задом. Я то долететь не могу, то проехать не могу. Что за бред? Андрей, даже уже Олег прошел, ты понимаешь? Во, и просто задом. Опа! Все, изи. Все, поехали дальше. Ой, ну дальше вообще изи. На машине такие финтифлюхи вытворять, это прям легко. Так, смотри, с первого раза. Мам, мам, мам. И куда? А, в трубу? Ну, изи. А, перелетел. Андрей, ты все? Тебя... Ты все? Я не знаю, как это описать. Кончился. Ты кончился? Андрей, все, да? До свидания? Да что тебе надо, блядь, ебись? Что тебе надо, блядь? Мен, что тебе надо? Так, а здесь можно вот так вот просто... Да, не до кого, до тебя и доколупываюсь. Опа! Опа! Чики-брики. Олег, а ты прошел уже платформы, да? Ооо! Ну ты охеревший. Я взял чекпоинт. Да ну нахер, с первого раза. На тачках, просто на тачках, пацаны, все, уже последние чекпоинты. А ты че, сзади? Ха, я с первого раза. А че, ты на велике, че? Я на финише давно уже. А, ты на финише? Андрей, ты гребаный. Ты че? Андрей, с тобой что?
все нормально. Все нормально. Я чертом слышал. А черт хуже петуха, кстати. А он просто посмеялся и все. Ну так никто не разговаривал никогда. Правильно. Уже минуты три, да? Никто не может себе такого позволить, кроме нас. Слушай, вообще с первого раза все чекпоинты подряд прохожу. Ёб твою за ногу. За руку со мной, блядь, здоровались, нахуй, вообще себе позволяете. Вы от зеркала-то отойдите, блядь. Кто с тобой за руку здоровался? Чисто за клешню эту такое, дратуйте, ёпта. Чего вы себе позволяете, что такое говорить? Мы такое позволяем, понимаешь? Only you. Блять, сука, пройди уже это нахуй. Если что, у тебя рипский. Пошел нахер, Серега, ёпта, вот. Прикинь, если бы выкинул Феликс. А я взял чекпоинт? А я не знаю. Да, взял, все. Рефиор будет жить. Рефиор будет жить. Будет жить, Рефиор. Живи, ёпта. Живи. Так, а чё, тут ещё эти, что ли, машины? А чё? Чё? А, тут не надо пролетать, я понял. Хорошо. А подожди, там назад надо возвращаться потом? Да. Чё за бред? Да, ладно, блядь. Ну вот это всё выглядит очень легко. И чё это? И чё это? Ладно, ребят, мы не заканчиваем, 50 минут. Мне осталось 2 чекпоинта. Но один из них лёгкий прям. Я прям вот сейчас к нему лечу, вот прям... Пупсичек мой сладенький, все, я вот прям вот беру его. Взял чекпоинт, и сейчас лечу к следующему, последнему. И я уже вижу финиш. И все наши мучения, все закончится. Наконец-то, господи боже ты моя. Все это уйдет в небытие. Наверное, я не уверен. Я не думаю, что так легко это все справится, конечно. Опа! А что, тут ничего не надо? Олег, ты жив? На 18-м чекпоинте. Ни хрена, Олег, красавчик. Олег просто тихо высунул, вошел, сынул, высунул и ушел. Я не знаю, кому. Кому-нибудь. Андрей здесь еще? Вот там неждан сраный, а, неждан. Андрей в хату со слов. Бля, заходит. Он там спал уже, мне кажется, не? Андрей уже там считает эти, как они, зернышки, ёпта. Считает курей, блядь. Считает курей. Одна курочка залетела от Андрюшеньки. Вторая курочка залетела от Андрюшеньки. Три курочки залетела от Андрюшеньки. Иди, блядь, я тебя вижу на жертвочке. Петух, блядь, главный, нахуй. Лох, петух ебучий, блядь. А чё, бомбануло, да? А чё-то это, задели за живое-то, да? Зёрнышки-то... Яйца не трогай, блядь. Яйца реально не трогай. Ну перевернись, машина-то, ёпта. Во. 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 Только можно правее чуть-чуть? Пожалуйста. Правее. Во. Хорошо. Сейчас тут нужно наклонить автомобиль таким образом, чтобы пролететь. Ты, блядь, больше, блядь, теории пиздишь, чем тебя делаешь, нахуй. Да рот свой закрой, ёпта. Андрей, я, по крайней мере, в отличие от тебя, уже прошел, понял, да? И я Андрей лечу, финише, и я лечу на финиш, я лечу, ёпта, на финиш, тупого, блядь, пустого пиздежа, я лечу на финиш, удод ты сраный, сука, подойди сюда, подлети сюда, скажи мне это своим клювом, ёпта. Давай, подожди, а глайд сработает? Подожди, глайд. Ну что, гладить разучился? Подожди, гладит, но только почему-то вниз. А, все. А красиво чекпоинт, кстати, стоит. Очень красиво чекпоинт стоит. 53 гребаных минуты. Практически минуты, один час, просто друзья. Ни о чем, просто нахуй. Час. Ни скилла, блядь, ни друзья, мозгов. Друзья, просто нахуй. Час. Острых шуток ебаных, блядь. Про жопу, про это хуй. Это у Андрея бомбит. У Андрея бомбит. У него ничего не получается, вот у него и бомбит, понимаете? Вот, ребята, ну все, мы летим. Летим прямо в чекпоинт, причем красиво летим. Главное глайд не потерять, иначе мы упадем с вами вниз. И, кстати, как-то так облака странно летят. Очень странно. Прям, я бы сказал, что безумно странно. Охуенно. Оп. Сакцентировал внимание на этой хуйне. Сука, рот свой закрой, уже пахнет тут зернышком, ёпта.
Другие слова нахуй, я покажу. Ну что ж, дорогие друзья, 54 минуты 30 секунд, и это скилл-тест. Это было очень сложно, очень прикольно. Если вы хотите больше такого пота, и чтобы у ребяток тоже все это получалось, надрочим как надо. Андрюшенька у нас будет закрытыми глазами проходить все это, клювиком щелкать перестанет, и все нормально попрет, короче. Не забывайте подписываться на все наши каналчики. Надеюсь, вы поугарали и кайфанули вместе с нами. С вами были Варпач, Кофе, Толи Следователь, Андрей Индифай и Серега Бол. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Счастливо, бля.